Бежим скорее, нас просто так не поймать. А ну стоять, вы не знаете, с кем связались. Кажется, это тупик. Есть идеи, пранкер? Ну, где же эти двое? От меня еще никто не убегал. Срочно вызываю подкрепление. Я почти поймал пранкера и Харди Вин. Говорю же, они уже у нас в руках. Еще немного, и я их арестую. Бежим, пока он болтает. Давай в эту дверь. Приют? Оригинальное место для укрытия. Тебе не кажется это место каким-то странным? Мы рады приветствовать вас в стенах нашего детского дома. Прошу вас, познакомьтесь с детишками. Каждая из этих девочек будет безмерно рада, если вы станете ее родителями. Ты думаешь о том же, о чем и я? Эбби, сегодня ты вытянула счастливый билет. У вас доброе сердце, мэм. Добро пожаловать в семью, малышка. Но для начала нужно замаскироваться под прилежных родителей. Ну что, идем домой? Оу, офицер, а вот и вы. Стоять! Руки вверх и никому не двигаться. Спокойно, теперь мы законопослушные граждане. А это наша дочка Эбби. Ну разве она не прелесть? Уи, такой взгляд растопит самое черствое сердце. И полицейские не исключение. Я вас прощаю. И больше никогда не грабьте банки. Вы же теперь пример для подрастающего поколения. А вот и твой новый дом, Эбби. Ура, мечты сбываются. А у родителей привычный ритуал. Получай, бэтбой. Сколько же в ней энергии? Ну, просто маленький энерджайзер. Вау. И что это вы удумали, мисс? О, нет, она нашла наши пушки. Похоже, Эбби не догадывается, что в ее руках настоящее оружие. Упс, это что я наделала? Пушки детям не игрушки. Ты чуть нас не угробила. Нет-нет, сейчас же положи это на место. О-оу. Кое-кто забыл убрать канистру с бензином? Даже не думайте, юная леди. Вот, держи лучше куклу. Как же здорово, когда у тебя есть семья. Даже если это семья суперзлодеев. На повестке дня ограбление банка. Отличный план. Осталось только как следует вооружиться. Ну что ж, 5 минут на сборы и отправляемся на задание. А что это мама и папа задумали? О-оу, нехорошо. Дочка, будь умницей. Мы скоро вернемся. Это наш с тобой маленький секрет. А не так уж и сложно быть родителями. Похоже, что малышка Эбби что-то задумала. Мы на месте. Пора в бой. Вот так удача. Блестяще сработано. Самое время рулить отсюда. Да, кажется, маскировка удалась. Мы отличная команда. Жми на газ. Как же еще отучить родителей грабить банки? Чужие деньги нам не нужны. Эбби, а ты что тут делаешь? И почему мешок пустой? Упс, я хотела как лучше. Но это несправедливо. Зачем же сразу в школу? Пусть это будет твоим наказанием. И без разговоров, Эбби. С меня хватит. Родителям тоже нужен отдых. Оу, ты слышала это, Харди? Наша малютка устроила взрыв. Вот это да. Ай да, Эбби. Мы так гордимся тобой, детка. Но похоже, что взрыв оказался лишь неудачным опытом учителя химии. Мистер Купер, вы в порядке? Поверить не могу. Она помогает людям. Кажется, мы неправильно тебя воспитываем. Извините нас. А впрочем, что это я? Что может разозлить Харди Вин и пранкера с полоборота? Аниматор в костюме спайдер-боя. Вау, какой классный. И что этот парень себе возомнил? Жалкий подражатель. Вау! Дети и правда ведутся на эти фокусы? Эбби, нам пора. Но мне это так нравится, папочка. Но это даже не настоящий спайдер-бой. Милый, у меня есть идея. А вот и мы. И не с пустыми руками. Привет, парень. У нас для тебя сюрприз. Хочешь полетать? Не переживай так. Это будет весело, честно. Пока. О-о. Похоже, ему нужна помощь. Высоко летит, да уж.
Это трюк на все времена. Кто-нибудь, помогите. Я спасу тебя, Спайдер-бой. Держись крепче. Ты цел? Извини моих родителей. Они иногда такие злюки. Ох уж эти детки. Нужно придумать что-то оригинальное. Мы все уже перепробовали. Гранаты, дробовики. А как насчет классики? Этим уже никого не удивишь. А может, старая добрая веревка? Ну уж нет. И чем же нам грабить магазин? Нужно посоветоваться с напарником. Ну не балуйся, пранкер. Это серьезное дело. Мозговой штурм не удался. И что ты предлагаешь? Ограбление в стиле бейсбол? Слишком скучно. Хук слева. Бинго! Похоже, пранкера осенило. Давай устроим большой бум. Ты такой умный. Мне уже не терпится приступить. Снова родители проказничают. Идея. Устрою для них конфетный пранк. Вот так. Никто и не заметит подвоха. О-оу, они возвращаются. Все готово. Это будет бомба. Сегодня у Мэри первый рабочий день. О нет, вы что, шутите? Ну почему именно в мою смену? Мэм, сейчас тут все взлетит на воздух. 3, 2, 1. Эй, почему пахнет карамелью? Эта девчонка скоро доиграется. А Мэри, похоже, в восторге от сладкого фейерверка. Наша дочка совсем отбилась от рук. О-оу. Скорее, хватай ее. Пожалуй, стоит пойти продавцом в магазин сладостей. Вся надежда на бабулю. Может быть, она сможет сделать из Эбби злодейского ребенка. Да уж, эта девчонка невыносима. Вся такая правильная. Как вы это допустили? Это просто возмутительно. Похоже, что обстановка накаляется. Все нужно делать самой. Кыш отсюда. Я не позволю своей внучке учиться на одни пятерки. Дай-ка мне игрушки, Эбби. Я покажу, как правильно с ними играть. Да уж, странные методы воспитания детей. Эй, вы! А ну не подглядывайте! Интересно, как там поживает наша малышка? Бабушка, похоже, очень довольна результатом. Ну, просто семейная идиллия. Как это мило. Вот и славно. Ух, можно и расслабиться. А по ту сторону экрана совсем другая картина. О, нет, надеюсь, бабуля к нам ненадолго. Шоппинг в семейке злодеев тоже своеобразный. Нужно обновить гардероб. Как тебе это, милый? Не мой фасон. А вот это в самый раз. Что ж, у Харди появилась отличная идея. А не пора ли нам примерить эти вещи? Ох, и не к добру это. Нужно унести как можно больше. И это тоже пригодится. Что они задумали? Детка, нам нужна твоя помощь. Следи, чтобы продавец ничего не увидел. Да уж, эти двое неисправимы. Теперь все ясно. А может быть, не будем красть эти вещи? Тихо, Эбби. Делай, как мы сказали. Опля, а вот и папин бумажник. Я знаю, как исправить это недоразумение. Мне правда идет это платье, милый? Я хочу оплатить покупки своих родителей. И чаевые не забудьте. Эбби, да что с тобой не так? Все нужно брать в свои руки. Наша дочка должна уметь за себя постоять. Давай отработаем удар. Бей по руке со всей силой. Да нет же, еще сильнее. Это же так просто, видишь? Теперь время закрепить материал. Фу, кажется, кто-то не рассчитал траекторию. Но Харди, похоже, в восторге. Вот это я понимаю. А как там папа? Лучше не бывает. Следующий урок – стрельба по мишени. А ну-ка попробуй, детка. Уверена, тебе понравится. Мы с папой просто обожаем стрелять в бэтбоя. На старт! Внимание! Огонь! Похоже, у меня неплохо получается. А теперь держи мамину биту. Можешь тренироваться на Фрэнке. Дай-ка я покажу тебе, как это делается. Представь, что это пиньята. А это еще кто? Директор приюта? Мы вас не ждали. О-оу, дело плохо. Я вынужден забрать у вас Эбби. Вы совсем не думаете о ее безопасности. Вы все неправильно поняли. Это мы так играем.
Решено. Эбби возвращается в детский дом и точка. Умерь свой пыл, пранкер. Мы ее вернем. Обещаю. Похоже, что малышка Эбби скучает по Харди и пранкеру. Я так привыкла к своим новым родителям. Ку-ку. Мы пришли забрать свою дочь обратно. Да, это же мои мама и папа. Они вернулись. Я вас так люблю. Пошли домой, милая. У нас впереди так много приключений. Понравилась история про родителей и суперзлодеев? Как думаешь, удастся ли Эбби сделать их хорошими? Напиши нам об этом в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и звони в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео про супергеройскую семейку на канале Трум-Трум Селект.